Бороться с незаконными рубками в лесах костромские полицейские смогут более эффективно. На вооружении сотрудников Управления экономической безопасности появились самолеты-беспилотники. Современную технику правоохранителям предоставило областное управление МЧС. Спецмашина оснащена мощными фото- и видеокамерами. Качественную съемку самолет может вести с высоты более 3000 метров. Управлять беспилотником с земли будет специально обученный оператор. Он задает высоту съемки, скорость, направление ветра и координаты местности. На землю техника передает всю необходимую информацию. Свою состоятельность самолет доказал уже на первом боевом испытании. В тренировочном полете он с точностью до метра определил предполагаемое место незаконной рубки. Оперативность в данном случае позволяет быстро установить нарушителя.